дарует свыше нам слова. И что откуда происходит, никто никак понять не может все наши мысли и дела. Мы отвечаем за поступки, свершив однажды те проступки, не отдавая им отчет. Свершив дела, мы сожалеем. Обиды, боли не успеем, перетерпев в своей душе, мы всех прощаем. Но в душе ты посмотри в глаза свои, найдешь ты лучик пробуждения, прощения и еще прощения. Ты тихо-тихо попроси, а что там дальше, неизвестно. Ты всех за все сейчас прости.